Дождались. Всего один матч в статусе президента осталось провести Виктору Сигареву. Это будет домашняя встреча против гостей из Омска. За 12 лет на посту руководителя Виктор Владимирович заработал среди болельщиков статус самого неоднозначного функционера за всю историю. Так, в этом сезоне, несмотря на заявление о цели занять первое место в чемпионате, «Динамо» рискует и вовсе остаться без медалей. Для этого достаточно не выиграть у омского РТШ. Кресло президента клуба Виктор Сигарев сменит на кресло директора китайского рынка в Барнауле. В новом статусе Сергей Шубенков готовится взять старт в новом этапе коммерческого турнира под названием «Бриллиантовая лига». 110 метров с барьерами спортсмен планирует покорить в американском городке Юджин. Побежит в новом статусе в статусе отца. Сына назвал Ярославом. Известно, что вес малыша 3 килограмма, 230 граммов, рост 52 сантиметра. В семье чемпионов пока не стали загадывать, пойдет ли малыш по стопам знаменитой династии. Увидеть в деле папу Сергея можно будет в 4 часа ночи 27 мая. Борьба за золото. Команда по футболу Сибирской медиагруппы вновь попытается стать обладателем кубка ежегодного турнира, который посвящен памяти спортивных журналистов. В заявке представители 4 изданий. Место встречи – современный манеж «Темп», что особенно актуально, судя по погоде за окном. Серебро прошлого года для Сибирской медиагруппы стало наивысшим достижением за всю историю турнира. В этом году коллектив намерен превзойти это достижение и завоевать главный трофей. Кирилл Политов, наши новости.